День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Don't Starve, и мы сейчас готовимся, активно-активно готовимся к зиме. Зима — это жестокая пора, так что нужно ее будет выжить, прожить. И сейчас у меня есть деревянная одежда, у меня есть оружие, и поэтому мы нападем на пчел. Мне, конечно же, потом нужно будет собрать в руки этих пчел, но это я смогу сделать, это не бойтесь. Так, самое главное сейчас разобраться с осами, собрать воск. Если я соберу воск, тогда можно будет строить свой пчелятник, и можно будет из своего же пчелятника ос для следующего пчелятника. Пчелятник! Слово дня! Хаг! Копирайт! Пчелятник! А-а-а! Улей! Я иногда сам себя удивляю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это чуть-чуть жестковато. Для моего вкуса. Так. Больше здесь ничего нету, хорошо. Давайте соберем все, что здесь есть. Давайте эту семечку скушаем. Так, я чуть не умер. Опять. У меня что-то сейчас тематика такая. А я чуть не умер. А мне чуть-чуть не хватило до смерти, совсем чуть-чуть. Не дотянул, не продержал, скажем так, свою эту... что я хотел сказать? Мозг, пожалуйста, пожалуйста, не делай это со мной. Что ты хотел сказать? Давай потихоньку, давай вместе разберемся. Что ты хотел сказать? Ну, говорит мозг, я хотел сказать, что, мол, типа... Сказал мозг. Мозг, не употребляй слова, мол, типа, вместе, в предложении. Это нехорошо. Хорошо, сказал мозг, не кричи на меня. Так, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что когда я умираю, это как бы про меня. Это все я делаю, да? А если не умираю, и мне чуть-чуть остается, это как бы не я, а я тебя все еще не... Ну, это моя фишка. А, фишка. То есть твой бренд. Ты хочешь сказать, что я умираю, поддерживаю свой бренд? Да! Ну вот, мы наконец-то друг друга понимаем. К сожалению, я должен с тобой согласиться, мозг. Ты абсолютно прав, но если я буду не умирать, мне будет намного легче играть в эту игру. Я понимаю, что у меня есть уже, по-моему, два чекпоинта, но все-таки смерть, это значит, что мне придется бежать, то, что лишний день пройдет, я не смогу это на подготовку использовать, так или иначе я потеряю очень многое. А мне хочется, по крайней мере, пережить зиму. Я не знаю, как раз у меня была идея. А что будет, если я спущусь в подземелье зимой? Там есть зима? То есть вот такой вопрос. Это как-то странно. Я как-то не знаю даже, есть там зима или нету. Если нету зимы, то я зимой, скорее всего, тогда пойду под землю. Залезу туда и побегаю. Но для этого мне нужна мраморная одежда, потому что, ну, может быть, не нужна абсолютно, может быть, мне, наоборот, нужно просто много-много света. Но, честно говоря, я там был только пару раз. То есть я туда забегал, по-моему, чтобы видео сказать то, что в апдейте добавили подземную. Но сейчас туда столько добавили, там, по-моему, второй или третий уровень уже есть, там какие-то... подземелье разваленного города, что-то такое. То есть тут очень-очень много всякой всячины. Так что давайте соберем. Как раз я тогда... Я свой сачок. Я его тогда слил или нет? Вот. Где он у меня? Он у меня, по идее, если он где-то есть, то он лежит в сундуке. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Сачок есть... Но он по 10%, если будет использовать, это многовато. Давайте разожжем наш костер, поджарим морковок. Хорошо. О, смотрите, что у меня там приготовилось. Я даже уже не помню, что я готовил, но я понимаю, что это приготовилось классно. Meatballs! Марио! Который абсолютно не восстанавливает здоровье. Ага! Спасибо тебе, мозг. За эту жестокую помощь. Так, давайте возьмем папирусы тогда. Скрутим себе лечилочку. Где она у меня? Выживание. Так, лечилка, это мед и папирус. Так, где папирус? Папирус, папирус. Вот он. Эрис. Давайте пепел, наоборот, сложим в сундук.
Так, выживалочка. Есть. Можно полечиться немного. Есть. Есть. О, уже получше. Сейчас у себя соберем мед, и будет вообще отлично. Но для этого я хочу сначала... А, у меня как раз ночь. Сейчас все пчелы улетели. Так, или они еще летают? Так, пчела. Вон она. Оп, хорошо. Где следующая пчела? Выходите. Выходите по одному. Вы окружены. Пчелы. 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 Не стесняйтесь. Выходите. Выходите. Давайте посадим ее в сундук. Так уж и быть. Так. Так. И один мед посадим в сундук. Хорошо. Так, мне понадобится... Давайте пока... Ой, нет. Пока не настала тьма, сказал я. И тьма настала. Тут же. Сразу же. Понятно. Так, давайте тыквы соберем. Давайте скормим тыквы. Оп. Хорошо. Сколько семечек? Совсем мало семечек что-то. Да-да-да, всего лишь одна семечка, так что все тыквы скормим. Что ж, придется. Я как раз хотел ее покушать. Так, все? Только вот так вот? Ну, ты птицы жрешь, понимаете ли, тыквы. Две тыквы скушала. И всего лишь две семечки выкакала. Ну, она вообще не по бюджету живет. Да, товарищу, что такое творится? Успокойте своих тыкв, чтобы они вели себя прилично. Давайте поджарим семечку. Так. Хорошо. Теперь, по идее, 16-й день. Большая борода должна настать. Это самое важное, чего я ждал. Нет, нет, нет. Большая борода не настала. А жаль. Я так надеялся, что большая борода настанет. Сколько мне нужно вообще пчел? Мне понадобится... Так, это еда? А, еда. 4 пчелы. Так, все хорошо. Сачок сломался. А то есть у меня больше практически нету вещей, которые с паутином можно будет сделать. Может, а паутины мало. Мало. Так, выживание, сачок. Вот он, одна веревка. Хорошо, будет тебе одна веревка. Так, сачок. Есть, хорошо. Теперь давайте пойдем найдем. Пчелка! Иди сюда. Ня, есть. И еще одна пчелка. Куда ты? Куда ты пожужжала от меня? Не жужжи от меня. Ня, есть. Так, по-моему, мне нужны бревна. Много бревен. Очень много бревен. Две доски, а то есть 8 бревен. Хорошо, давайте с этим разберемся. У нас тут, по идее... О, господи, как лес высох жестоко. Вот что... О, господи, пчела, за что ты меня? Не надо. Мы же друзья. Не надо, я тебе домик построил, хотя тебе украл. Давайте не будем говорить такие вещи пчелам, они обидчивые. Они все помнят. Так, бревна, идите сюда. Елки, которые тоже добра не помнят совсем. Я же вас высаживаю, я же вас удваиваю, считайте. А вы нет, нет, превращусь-ка я в энта. Пойду я, нападу на него. Устрою ему праздник жизни. Так. Шишка. Фывка. Фывка. Еще одна фывка. И еще одна фывка. Есть, хорошо. Две фывки. Палочки, трава. Все это можно собирать как бы походя, потому что полезное так или иначе тут не промахнешься. Так. А, мне еще одна пчела нужна. Тут они на меня нападали. Они знали, что я заберу еще одну из них. Так, кто-то должен будет покинуть остров сегодня. Так, кто из вас самое слабое звено? Ня. Есть. Так, давайте перестанем вспоминать плохие сериалы и шоу. Скушаем семечку. И положим в сундук. Хорошо. А, достанем из него воск. А, у меня уже одна пчела была. А, понятно. Вот, хорошо. Так, давайте так сделаем. Теперь, что мне... А, мне нужны доски. Так, давайте возьму что-нибудь в руки. Ой-ой-ой. Извините, если сейчас странно. Так, появились черные полоски на экране. Может быть, чуть-чуть больше экран. Вот так вот. Так, чтобы черных полосок не было просто.
Бадя-бадя-бадя-бадя-бадя. Что? А, я совсем сбился. Так, вот, мне нужны две доски. И мой улей. Вот он здесь. Хорошо. Бибокс. Ой-ой-ой. Так, ну ничего, они меня ужалили, но у меня сколько? 6 меда, 7. О, господи, боже мой. Я так и знал, что этому нельзя доверять. Что это такое? Так, так. Господи. Ну, пускай растет, вроде бы оно на меня не нападает, как бы, пока я на него не нападаю. Я очень боюсь его. Очень. Так, сколько у нас? Еще один папирус можно сделать, еще немножко полечить себя. Хорошо. Так, все, отлично. Меда теперь достаточно, чтобы себе еще две перевязочки сделать. Хорошо. Мясо, как у нас, мясо высохло. Давайте возьмем его. Так, так, положим в сундук. Ой, ой-ой-ой, лягушка. Где брысь? Брысь, лягушка. Попрыгушка. Брысь. Мясо мне из кармана выбило, понимаете ли. Так, мне нужны дрова. Лягушки, ну уйдите, уйдите, я не хочу с вами ссориться. Потому что я вас боюсь. Но мы это громко не скажем лягушкам. Потому что тогда они на нас будут еще больше нападать. Мы просто скажем, уйдите, противные, мы с вами не дружим. И они такие обиженные, с опущенными глазами, так, ооо, и уйдут. Так вот, потому что мы жестоко с ними обойдемся. Давайте еще рыбки сейчас словим. Так, две рыбки, чтобы повесить их сушиться, чтобы были. И... давай, давай, есть, и еще. Может быть, совсем много рыбки, давайте словим, посушим ее всю. Я как раз хотел сушилки ставить. А, слишком много всякой всячины, которую нужно сделать. Так, я совсем-совсем забываю, что здесь нужно сделать, что не нужно сделать. Так, еще три рыбы, скорее всего, будут. Или, может быть, даже четыре, повезет нам, если. Так, есть. Самое напряженное действие в этой игре — это рыбалка. Рыбалка. Экшен, экшен! Сильвестр Сталлоне! Между... господи, боже мой, ой... ничего. Между Арнольдом Шварценеггером и, господи, Дольфом Лунгрендом и намазанные все... о, господи, кем еще? Брюсом Уиллисом! И все они завернуты в бутерброд, сделаны из... я уже не помню, как и всех остальных зовут стариков. Позор! В детстве мог бы их, скорее всего, как... Я города и страны не знал так хорошо, как знал вот этих вот людей. Так, давай... давайте. Теперь к ним уважения что-то нету после этих Unwatchables. Так. Ну. Ну, я понимаю, что тебе весело стоять, но скоро будет темно. Так, а у нас все понятно, закончилось. Так, 5. Хорошо. Не откажусь. Так. Так, давайте скушаем лягушачьи лапки. Просто так. Давайте подожжем палочки. И соберем, вот, например, эти две. Посмотрим, сколько их, насколько они протянут. Как долго это все будет. Раз, два. Недолго. Давайте тогда возьмем уголек. Подбросим еще чуть-чуть. Хорошо. И вот, например, эти три рыбы сейчас поджарим, просто потому что голодно уже, по идее. Потихоньку-то. Есть. Есть. И есть. И знаете, что я вам скажу? Скажу вам, что я вычитал, что где-то в мире, в лесном биоме, который у нас... где? Вот здесь вот. То есть вот это все очень похоже на лесной биом. В лесном биоме где-то стоит специальный сундук, в котором лежат зимние вещи, но который приведет сразу же зиму. То есть такая ловушка. Мне было бы очень интересно отправиться в поход за ним и найти его прямо в тот день, когда наступит зима. То есть, чтобы и собрать вещи, чтобы мне было темно, тепло, и темно, и тепло, и темно. Но в то же время, чтобы зима началась и не длилась дольше, например. Так вот было бы классно сделать. Но это нужно суметь, и это может быть проблемой. Потому что суметь, это вам не просто так. И вот эти глаза у меня наверху экрана, они меня
я им не доверяю почему-то. У меня такое впечатление, что растение еще пока что не полностью выросло. Потому что если оно такое, притом вы заметили, оно у меня прямо в лагере выросло. Это не просто так. Это не просто так. Так что давайте. Так, тыква. Тыква, хорошо, давайте. Соберем. И птичка, что ты мне скажешь на сегодня? Маловато семечек. Давайте еще раз. О, вот теперь много. Многовато семечек теперь. Ну ничего, лишние семечки, это нормально. Хорошо. Давайте положим ее сюда. И пойдем. Пойдем мы все... О, вот она борода, моя бородень. Да, мы пойдем собирать траву, палочки, дерево. Мы пойдем собирать папирус, чтобы было чем лечиться. И, конечно же, нужно отправиться на охоту наконец-то. Потому что 17-й день. Но скажу вам честно, мне сейчас было бы очень-очень интересно посмотреть, что в лесном биоме. Может быть, по центру пробежаться лесного биома. Посмотреть, что у нас там такое прячется. Может быть, я смогу найти вот эти вот полезные вещи и сделать, как я планировал. Ну, или надеялся спланировать, сделать. Понадеяться. Да. Мы будем говорить только в таком. Так вот. Мозг, перестань. Хорошо. Видите, его самое главное вовремя остановить. То есть он может выходить из-под контроля, просто нужно мозг, все, тихо, спокойно. Иди посиди в углу. Отдышись. Успокойся. Больше конфет и кофе тебе сегодня не будет. Нет. Так, молния ударила совсем-совсем мимо. Как раз там тростник у нас был. Давайте его соберем. Хорошо. И так, нам нужно, по идее, 8 тростника, чтобы полностью использовать тот мед, который у меня уже есть. А еще больше тростника, чтобы воспользоваться тем медом, который у меня будет. Так что это полезно. Так. Конечно же, кушать у меня пока что нечего. Но это, по-моему, сейчас не очень страшно. Бифалки. Не надо. Я с вами сейчас не ссорюсь. Сейчас. У нас такой план. Они могут строить свою линию, Мажино. Но мы ее возьмем и обойдем. Хе-хе-хе. По Бельгии. Так, а ну-ка, дети, давайте быстро мне урок истории, о чем я говорю и кем я притворяюсь. Боже упаси. Но, в общем, нужно знать историю, по крайней мере, на таком уровне. Так, давайте возьмем. И пойдем. И есть... Есть, хорошо. О, деревянный биом. Древесинный биом. Деревной. Лесной мозг. Лесной биом. Лесной. Все понятно. Хорошо. Я пока что не знаю, как у меня, каким голосом у меня мозг разговаривает, так что извините вам. Вам придется быстро разбираться, когда я говорю, а когда он говорит. Придется. Ну, сразу же знайте. У меня с грамматикой все нормально. Это мой мозг. Это он. Это он виноват абсолютно. Да. Это будет тяжело здесь найти. Это огромнейший биом. Зато здесь морковка растет. Камни, кирка. Сказал я и не взял ничего. А также у нас третьего уровня, товарищи. Третьего уровня. Пауки, а не товарищи. Так что это все плохо будет. После зимы или зимой можно будет ожидать королев. Хотя, по идее, зимой пауки должны идти спать. Вот, все. Я им сказал. Зимой пауки идут спать. Пошли спать, пауки. О, как раз в деревне я могу набраться еды. Бря-б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 ря. Вот. Отлично. Ягоды. Свиньи, вы не против? Нет, свиньи не против. Хорошо. Давайте поднаберем пачку ягод, чтобы можно было кушать их, пока я бегаю. И так. Так, потому что здесь... О, господи. Брысь, курица. Брысь. Не кушай мои ягоды. Не трогай их. Ее как раз можно было бы подманить... О, господи, их тут много. Так, их можно подманить морковкой. Так, тихо. Нет! Также можно свиней подманить морковкой. Все, намек понятен, игра. Все понятно, хорошо. Больше так не буду делать. Как раз здесь почему-то очень много мертвых людей вокруг.
деревня свиней. Что они там, как они там оказались, неизвестно. Может быть, они туда ходили собирать ягоды. Так, давайте пока что я факел уберу из рук. Так. Давайте пробежимся здесь, пока я здесь наверху. И потом мы пойдем вниз, а потом еще раз наверх, и потом еще раз вниз. И тогда весь лесной биом оббегаем, будем знать, где, что, когда и как. Нет, тут ничего пока что нету. Здесь себе представляю это как такую небольшую прогалину, на которой стоят, там, по-моему, термометр, морозометр или барометр, и между ними сундук. Это то, что я читал. А, может быть, это не в каждом мире появляется, может быть, это очень тяжело найти, а может быть, это и не единственный лесной биом, в котором я сейчас нахожусь. И да, то есть все может быть. Что я знаю, это то, что если я сейчас собираюсь вот так вот бегать, то мне нужно будет сделать все таким образом. Мне нужно будет сейчас тогда оббежать лесной биом. И на обратном пути, уже где-то на день 18, 19, 20, пойти и убивать бифала на обратном пути. Убить достаточно бифала. И из них уже потом сделать себе жареное мясо, насушить мясо. О, это не зря. Не зря уже сюда сходил. Еще один чекпоинт. Отлично. Так, а также тростник. Как раз чекпоинт совсем у дороги был. Я себе так... Какой я молодец! Нашел! А тут находить вообще нечего было. Так, ну ничего, дайте мне порадоваться. Как раз сейчас я говорил, а потом мозг надо мной начал издеваться. Так что, да, вот нужно придумать себе голос для мозга. Он, скорее всего, такой голос у него. Ну, потому что мозг, как бы, он не очень сухой. Он такой... На. И ему нужно соответствующий голос придумать. Как Мурлок. Как раз. О, господи. Что это такое? Это... Почему паук спит на ковре? Что здесь происходит? Так, давайте соберу. Я не против, совсем не против. Но почему этот паук спит на ковре, я не знаю, пускай спит. Так, не будем его на него нападать, но, видите, мы уже что-то еще. Трехуровневый паук. Так, вот мы там нашли прогалину, а то есть здесь осталось найти еще какую-то прогалину. Или уже там с другой стороны. Так, как вы думаете, найдем здесь что-нибудь или нет? Скажу вам честно, по-моему, нет. Стоит уже тогда бежать вниз и потом наверх вот этот вот биом оббежать. Так, хорошо. Давайте сделаем это. И, скорее всего, мы этот забег, то есть забег за сундуком секретным, мы его закончим уже в следующем эпизоде, потому что уже потихоньку время подходит. Так, давайте тогда сейчас пробежим. Я ночь пробегу. О! Как? Каким образом? Как? Та-т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 а! Юх! Это миллиметраж был, жестокий миллиметраж. Так, больше шутить не стоит. Так, хорошо. Давайте будем пока что ягоды кушать. Жевать их. Раз, два. Есть, все, скушали. Угу. У нас наш цилиндр заканчивается. Как раз, по-моему, цилиндр длится столько же, сколько и нормальная... То есть нормальное цветочное ожерелье на голову называется венком. Молодец, мозг. Вот так вот нужно. С мозгом наконец-то я подружился. О, товарищи, у нас мандрагора. А стоит сейчас так жестоко рисковать? Давайте скушаем все ягоды. Давайте. Мандрагора! Так, теперь отходим от мандрагора, бедняжки. Затягиваем пауков за собой. Теперь бежим. Собираем мандрагору и убегаем. Все, отлично. Еще одна. Они пучками растут. Они совсем с ума сошли. Пучками расти мандрагоры эти. Но ничего, я не против. Мандрагора — это шикарная вещь, которой можно пропустить пару дней, поджарив ее, потом скушав ее. Так что давайте это сделаем. Так, мяп, мяп.
Морковка также. Не мандрагора, но морковка. Это тоже хорошо. Ха. Но это, по-моему, не очень похоже на лесной биом. Это больше такой смешанный полевлесной. И, конечно же, по тропинке бегая я ничего не найду. Поэтому мне нужно сходить с нее. Но ничего, давайте сначала пробежим вдоль тропинки, посмотрим, что здесь. То есть вот так вот до упора. А потом... Так, я сказал и пробежал до упора. А потом будем ходить по краю. И я тогда думаю, что мы это сделаем в следующем эпизоде. Говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.